продолжим. Так, что за работу можешь предложить? Есть одно дело. Исчезло несколько сталкеров. Никто о них ничего не слышал. Но на днях одного нашли. На теле никаких следов насилия. Только крови в нем ни капли. Тело осматривал Тремор. Он бы точнее смог рассказать. Точнее, очевидно, это кровососы. Я переговорил с Данилой, охотником. Он пошел на поиски логова. С тех пор от него ни слуха, ни духу. И что нам нужно сделать? Нужно найти логово и по возможности отыскать следы Данилы. Дело опасное, заплачу хорошо. Как, согласен? Давай. Хорошо, значит так. У меня есть на примете два места, нужно их проверить. Координаты одного из них я скинул на твой КПК. А мне нужно уладить еще пару вопросов. Затем я пойду проверять другой вариант. Раздавить по часам, путь на двоих. Или к шеше какой-то завалиться. На, братва, а вот что я еще слышу? Слепили, короче, пацаны одного сталкерюгу живы. Ну я вряд ли. Пулик чуть оставил. На начало игры жирно слишком. Будет чего интересного, заходи. Наш Скадовск всегда на месте. Привет, брат! Но на плато. Где плато тут? Вот здесь вот где-то. Нам пока не по пути. Идем туда. Заодно порыщем тут нычки. Это он быстро выдыхается. Особо не таскаю даже особо ничего. Даже дробаш такой тяжелый. 4-3. Тяжелый, но что-то настолько. Камешек есть такой интересный. Собака. А вот же он.
засек логово. Давай скорее сюда. Я видел, как кровосос зашел в здание. Думаю, там оно логово и есть. Слушай, проверим, а? Следи внимательно. Они могут появиться откуда угодно. Звук слышал? Ладно, ерунда. Ну, понял. Прикрой меня, ага! Пизду. Страшно, пиздец. Опа. Эй, ты куда? Ты чё? Гляди, вот тут, наверное, можно будет попасть в подвал. Обязательно. Блин, в охуе. Так, теперь разве что прыгать. Давай за мной! Коленки не расшиб, нет? Ладно, пошли. Проверим помещение. Опа. Смотри-ка, странно, а? Следы когтей. Лёня мёртвый. Ну а то. На прошлых жмуриках такого не было. Да блять. Так, Данилы тут нет. Пошли отсюда. Да подожди. Моя специальность. Да и с практикой насчет взлома у меня сложилось, ага?
Талант, как говорится, не пропьешь. Ну, пошли, глянем. Погнали. Черт, тут полно кровососов. Спят, что ли? Давай-ка на цирлах, чтобы без шуму и пыли. Даже прошли. Ну нифига себе тихий час. Вроде выход. Прыгай! Так, Данилу по результатам не нашли. Есть у меня одна идейка насчет того, где он теперь. Я, пожалуй, проверю, там свяжемся. А ты сейчас расскажи народу об этих, блин, сосателях. С ними нужно что-то делать. Понял, рассказать про сосателей. Там мы можем. Электроника внутри погорела. Даже изоляция на проводах расплавилась. Во!
Вон старший стоит. Так ты к нему обращайся. Нормально. Взять инструменты. Началось. Нормально так. Кто там? Иду потихонечку. Или тут гэнг-бэнг.
А что ж я такого тяжелого несу? Да, ну тоже, наверное. Так. Так, сюда, да? Может пойти еще кровососов там под это пострелять чуть-чуть. А то пулек много. Че бы и нет, да? А, блин, там этот еще кейс, наверное, тяжелый. Нет, тогда пойдем. Пока не по пути. Все равно туда придем. Сюда пойдем. Вот так. Сюда, сюда, сюда. Блять, а тут тоже... Тут ТРС-ка. Вот уже пушками вообще обросли. Спасибо тебе. Давай, давай, бам. На тебе больше. Давай. Слушай, ну, последний шанс даю. На, хватай. А, ты тоже? Спасибо, мужик. Какую гранату? Ты что, пиздатый? Ого. Иди, добивай его. Гранату, блядь. Говоришь, помоги.
Вот это реальная тема, да, опять? Он не станет сталкером, он чисто нейтральный. А на тебе гранату! Во. Блин. Возможно, еще не все. Ну что, подождем еще до гарантии. Тихо, еще немного подождем. А здесь я так не смогу, мне надо где-то там запрыгивать, я вспомнил. Не сейчас. Сильно я залутанный. Целое логово так кровососов. Так, логово необходимо уничтожить. Дай подумаю, черт знает, сколько там в этих тоннелях кровососов. Надежнее всего травануть газом. Помню, что Сыч что-то рассказывал про газовые баллоны. Сходи к нему. Извини, что напрягаю, но у меня с ним не очень ладится. В общем, если сможешь достать газ, подключи баллон к системе вентиляции ВНЗ. И все кончится в считанные минуты. Ладно, тоже оставлю. Ой, пиздец, столько колбасы. Найдешь артефакты? Заглядывай, посмотрим. Бля, нахуй я это продал? Это сейчас все нужно будет. Да, точно. Блять. Все. Погодите. Торцешку новую положим. Опа. Ну что, есть что-то новое? Калькуляторы есть. Забирай. Иди, иди, нечего тебе тут делать. Водки. Где там они сидят? ВНЗ? Где-то вот тут они сидят. Цеха подстанции. Тут вертолет, тут.
Я могу, в принципе, к ним отнести. Но сейчас я поскидываю тут. Ну, чтобы руки не дрожали. Это чтобы работа спорилась. Так, как жаль. Не застал ты, товарищей, моих шутника с баржи. Хорошо посидели. Мы же были как братья, друг за другом горой, только у нас так могло получиться. Я тут сижу, а они неизвестно где. Расскажи про них. Я же на Затон с двумя товарищами пришел, с баржей и шутником. Ребята молодые, глаза ух, горят. Не терпится гору артефактов собрать, и чтоб быстрее всех. А я как глаза такие горячие вижу, понимаю, не к добру будет спешка. Что там с хабаром, неизвестно еще. А вот не подумав, в логово мутантов первым залезть. Хм, да, приятного мало. И что дальше? Да вот, сели, как-то вечерком выпили. Ну и стали спорить, что дальше. Идти или обождать. А если идти, так куда? Каждый в свою сторону гнет. Уступить, чтоб, ну никак. И так поругались крепко, что в один миг разбежались, каждый в свою сторону. Я вот тоже сказал, дурак такой, и что мало они еще в жизни повидали, а им такой нож острый. Теперь, если бы их встретил, извинился бы за то, что наговорил, может, посидели бы вместе, как раньше, выпили, посмеялись. Я могу передать извинения твоим товарищам, если их встречу. Было бы здорово. Так, а ты мне отремонтируй чуть-чуть. Ой, бля. Так, ну тут веса скину чуть-чуть. Да и тут, я думаю, веса скину чуть-чуть. Пока что. Всякие пожарные пусть тут валяется. Так, это многовато. Это многовато. Тоже многовато. Это пока мне вообще не надо. Это пусть тут поваляется. Как-то вот так вот справлюсь. Так, надо только это. 10 колбасы, 10 тушенки, 10 хлеба. А птички вроде есть. Мало ли там, что они захотят. Мне нужна информация. Что хочешь? Мне нужен отравляющий газ. Когда из жопы газ. О, ладно. Не нужен отравляющий газ. Я слышал, что ты об этом что-то знаешь. Расскажу за 2000. Блять. Ну ладно. Слушай, автоколонна военных когда-то везла такой газ, но не довезла. Что у них там стряслось, неизвестно. Только там должны были остаться баллоны с газом. Все понял. Там еще могли остаться документы. Если найдешь, неси мне. Как раз откроешь, покроешь траты за информацию. Так, нужна информация. Сорока. Пизду. Нужна информация об упавших вертолетах. Бывай.
Ну, одного я знаю, где искать, и второго знаю, где искать. Ну, блять, вот тут прям были. И не сходили. Идем сейчас за баллонами. Здравствуй! Здравствуй. Да как ты кто устал уже? Будет весело. Подальше это. Так, ну тут я плохо помню, что делать. Блять.
Да как уже перегрузся? Я только два калаша взял. Второй ключ. А второй ключ где? Блин, он в том УАЗике. Ебать. Когда надо скинуть вес максимально быстро. Ёбаный рот. Баллон, бля, 300 пуль. Один заход все сделаю, потому что тут пушки, которые можно продать. Здравствуй, сталкер. Да чё ты топчешься? Если есть что, выкладывай, нет, проваливай. Давай, не задерживайся. Так, 1000 пуль, но это что-то многовато. Запас все тут пусть лежит. Все, F5. Логово кровососа. Потом сюда. Вылезаем. Идем сюда. И сюда.
Но это уже, наверное, в следующий раз. Такая серия пустующая получилась. Ну, либо пойти сейчас просто доделать с кровососами дело. Что я и думаю. Хотя бы с кровососами доделать. Давай. Ладно тогда. Это было быстро. Остановимся на этом месте. Все. Всем спасибо. Всем ба-ба. До встречи.